На улице Орловской водитель «Шкоды» спровоцировал ДТП. Шофер не разобрался в знаках приоритета и выехал на середину перекрестка с улицы Володарского. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней заметное видео уходящей недели. Торопился и не разобрался в ситуации на перекрестке улицы Орловской и Володарского водитель «Шкоды». Мужчина не понял, как проехать перекресток и кто кому должен уступить. На улице Комсомольской водитель белого кроссовера поворачивал налево и не заметил шофера на Дастере. На улице Московской конфликт на ровном месте получился между владельцем регистратора и водителем Kia. Словесная перепалка в итоге переросла в небольшую потасовку. Внимательность на пешеходном переходе спасла жизнь девушки на перекрестке улиц Профсоюзной и Казанской. Она спокойно переходила дорогу, а водитель темной иномарки весьма неспокойно мчал в сторону улицы Ленина. На Победиловском тракте гонщик на Весте уходил от столкновения с попутным «Шевроле» и выехал на встречную полосу. Вместо сигнала использовал кулак водитель мотоцикла на перекрестке. Он выехал со встречной полосы, и владелец регистратора не сразу его заметил. На перекрестке улиц Горького и Некрасова мужчина на УАЗе не заметил, как выехал на красный сигнал. Судя по видео, нарушитель был еще и недоволен тем, что его так пропускают, поэтому он еще сказал пару фраз в свою защиту. На улице Ленина гонки на красный сигнал светофора устроили водители Пола и Гранты. Нарушитель на Ладе так старался обогнать оппонента, что едва не сбил пешехода. На повторе видно, что мужчина вовремя заметил Гранту и отскочил. На улице Герцена парочку нарушителей, которые ехали против одностороннего движения, зафиксировала камера. Ты нормальный? Ты нормальный, нет? В итоге владелец регистратора уступил дорогу. Не следил за своей ласточкой водитель Лады. На улице Казанской на повороте он остался без ремня. Деталь провалась и выпала из-под капота. О, у него ремень порвался. Михаил Вагин, место происшествия.